Здравствуйте, мои милые, мои хорошие, мои самые любимые подписчики, зрители канала «Пиратская жизнь». С вами всегда Нино. Нино, Нино. Одна Нино Вована выперла на работу в какой-то веке. Ой, девчонки, выспалась вообще, как не знаю кто. 12 часов спала. Вот реально часов 12 спала, потому что прям вообще как-то меня что-то так пришпилило. Проснулась, глаза сегодня утром открыла. Продрала, поняла, что мне сегодня никуда не надо, и дальше пошла спать. Что-то у меня после прививки, конечно, прям накрыло, 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 девочки. То, что я спала, 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 спала. Сейчас вот растолкала уже себя с постели. Ну, надо вставать, надо все убирать, кровать убирать, все убрать. Все, 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 все. Ой, ты что-то сегодня так не хотелось ничего вставать, ничего делать, прям вообще. Сейчас доставала халат из своего холодильника, хотела сказать, из шкафа. И моль нашла, прикиньте, моль, девочки. Моль, вообще. Жуть. Надо какое-нибудь средство купить от моли. Так, у нас же Василек, у нас же этот, полностью все ткани натуральные. Это хлопок, я прошу заметить, хлопок, понимаете? И, видать, эта моль завелась. Вот сейчас одну тварь прибила. Вот, надо все-таки купить опять средство. А то мы тогда покупали, и, видать, уже все выветрилось. Девочки, посоветуйте какое-нибудь это домашнее средство от моли. Я знаю, есть там что-то вешают, там какую-то корку апельсиновую, там еще что-то. Это такое, знаете, как универсальное средство. Вот, надо как-нибудь это сделать. Потому что моль я не хочу. А то все мои халаты из Василька сожрет. Понимаешь, она их не заказывала, она их не отрабатывала. Нечестно. Нечестно, прям вообще. Ой. Надо кровать заправить. Надо кровать заправить. Пока спала, вовановский дух выветрился весь. Весь дух выветрился. Прям красота. Я надеюсь, он ушел, все в порядке. Вроде у него температуры не было вчера. Это все, все офигенно. Офигенно. Все будет непременно. Офигенно. Непременно. Непременно. Девочка, у меня прям так красная фигня-то и остается. Припухшая такая. Но уже, кстати, руку меньше стало больно. Вот реально уже меньше болит. Вот насчет температуры не знаю. Надо сейчас померить тоже. Давление надо еще померить. Так. Красивый, кстати, такой покрывало. Мне прям очень нравится. Красиво. Что-то поначалу я к нему скептически относилась, а сейчас прям красота, лепота. Да. Красота. Ты меня называла. Ну, раз, раз, и все. Девчонки, вчера что произошло? Короче, это... я не знаю, что у меня со стулом старым. Ну, во-первых, он еще скрипит, как, я не знаю, как жопа. Как прям вот, прям пипец вообще. Смотрите, как он скрипит. Видите, он весь раздолбанный, весь разъебанный, извините выражение. Короче... Короче, девочки, я решила сделать себе подарок. Я себе решила сделать подарок. Вот, плюс еще, кстати, из него сыпется какая-то, я не знаю, фигня. Типа как смазка или что-то такое. Вот, в общем, короче, вчера Вованова когда припер, из него какая-то черная фигня высыпалась. Причем, знаете, я вытирала-вытирала, оно размазывается. Прям как, я не знаю, это точно не пыль. Это как будто какая-то, знаете, как высохшая смазка. Черная мазут или что-то такое. Вот. Фиг знает. Я вот не знаю, вчера протирала-протирала его. Вот, может быть, опять будет сыпаться. В общем, короче, этому креслу уже более 10 лет. Вот, и я полночи, девочки, не спала, а выбирала себе только лучшее кресло. Да-да-да-да-да, девочки. В общем, я себе заказала, уже оплатила кресло. Угу. Новое геймерское кресло. Шикарное. Решила сделать себе подарок. Чего бы нет. Я очень много времени провожу за компьютером. Вот. И на самом деле, как бы, мне нужен хорошее седалищное место. А то, знаете, иногда сидишь, прям жопа квадратная стоишь. Ой. Вчера столько всяких разных обзоров посмотрела. То, пятое, десятое. Прям жуть. Несколько часов выбирала. Один, второй, третий. Вот. Ой, я такое кресло классное увидела. Почему у меня, кстати, геймерское? Потому что геймерское, оно
предусматривает долгое сидение за компьютером. И, соответственно, оно больше оптимизировано, да, то есть, ну, на всякие изгибы, подушечки и прочее, прочее, прочее. То есть подголовники. Поэтому именно геймерская. Какое-нибудь офисное и прочее не подойдет. Так, подожди, надо водички попить. Надо водички попить, температуру померить. Вдруг у меня что-то так это. Так, так, так. Все. Все, оставляю температуру. Мерю, пока с вами поболтаю, посижу пару минут. Вот, и короче, это насчет это геймерского. Почему именно геймерское? Потому что оно очень удачное. Вот, вчера такое классное кресло нашла. Ой, девчонки, ну просто обалдежно. А знаете, такое в стиле, я не знаю, как сказать, космического корабля. Такое белое, знаете, сзади сетка такая черная, красивая. Вот, специальный, что-то у меня горло это, под спину такой валик, там шикарный, там, знаете, но оно как офисное считается. Оно такое, знаете, написано дизайнерское кресло, Хеда или Седа, я не помню, на букву Х. Ханса, Ханда или что-то такое. Не помню. Вообще, короче, это фирма отдельная. Вот, искала, искала. В общем, нашла такое кресло. Мне очень оно понравилось, но не стала его заказывать, потому что, во-первых, ждать его 3 недели. Плюс оно стоит 21 тысячу. Плюс там еще доставка 1000. В общем, короче, очень дорого. Вот, и подобрала другой вариант. Вот, заказала уже одно кресло. Вот, называется оно Блуди от фирмы А4. Вот, нашла, кстати, самое недорогое, самое нормальное. Вот. 36,1. Ну, вот этой фигней мерить нельзя, потому что как-то она плохо работает, не знаю. Эти вот градусники все электронные, вся фигня полная. Вот, и, короче, это нашла кресло. Вот, называется Блуди. Знаете, самое дешевое, то есть, ну, которое только можно. Я не знаю, мне кажется, ну, я долго искала, то есть, долго проштудировала все интернет-магазины, все-все-все. Вот, то есть, ну, нашла самый оптимальный вариант, потому что, ну, это, не знаю, мне кажется, только, извините меня, дураки идут и покупают непосредственно в магазине втридорога, там, всякие, знаете, Nvidia, Эльдорадо идут и так далее. Покупают там вот это втридорога всю вот эту технику. Тогда как, знаете, в нашем 21 веке можно все найти в интернете, и все там есть намного дешевле. Плюс, девочки, у меня еще скидочка за счет моего лучшей карты, которая у меня есть. Да, я же вам, кстати, уже рассказывала, мы тогда подключились к этому Тинькову банку. Вот, и оказывается, с этим интернет-магазином, которым я покупала, вот, у Тинькофф Банка, у него там партнерские отношения. В итоге я еще 10% скидки получу. То есть не скидки, а кэшбэка. Вот, и, короче, блин, вообще такая цена вкусная прям получилась, прям вообще, муа. А посмотрела такое кресло, оно вообще, знаете, в других магазинах там на 2, на 3 тысячи дороже. Вот, а тут его мне сколько получилось? За 8 тысяч оно вышло. А еще плюс мне еще где-то 10% мне придет еще кэшбэка благодаря Тинькову. Кстати, Тиньков, вот на самом деле, знаете, вот в последнее время прям вот вообще прям влюбилась в эту карту. У Тинькофф Блэк это просто прям сказка. Вот, столько там возможностей, там у меня кэшбэки, там кучу-кучу партнеров, вот, плюс у меня там всякие проценты на остаток, плюс вот эти мультивалютные счета, прям, знаете, мы там в Турции были, мне прям очень понравилось. Там прям у нас счет был в лирах, непосредственно мы платили прям этой карточкой в лирах. Вот, просто прям великолепно. И прям, знаете, без всяких вот этих переводов там туда-сюда, никогда уже доллары не брали, не покупали ничего. То есть все это уже прошлый век. Вот, кстати, действительно, я вам советую такую карточку, у них там сейчас акция проходит. Вот, они дают полностью бесплатное обслуживание, то есть вы можете пользоваться карточкой, можете не пользоваться карточкой, с вас никто денег не спросит. Вот, можете попробовать и, так сказать, какие-то возможности этой карты. Не понравится, можете оставить. Так что, если вдруг кого-то заинтересует, могу оставить ссылочку на карту Тинькова в описании под видео, так что обращайте внимание. Вот, действительно, кстати, знаете, я сначала что-то как-то так скептически относилась, думала, Тиньков банк, туда-сюда, вот, что интернет-банк, как такое возможно быть. Вот, но, знаете, первый заказал Вован. Вот, попользовался. Потом я смотрю, блин, прикольная вещь. И действительно тоже себе заказала. И вот мы уже больше года пользуемся, и прям я нарадоваться не могу.
Вот, у меня в месяц получается со всякие кэшбэки, со всякие проценты на остаток и прочее, 1,5-2 тысячи где-то примерно в месяц капает. Мне прям очень нравится. Просто, знаете, ничего не делаешь, по сути, просто выбираешь, заказываешь товары через партнеров, это Тинькофф банка, и тебе капает денежка. Не красота ли? Так что я вам действительно советую такую карточку. Обратите внимание, ссылочку пригласительную я вам оставлю в описании под видео. И там у них сейчас акция «Бесплатное обслуживание навсегда». Да, они вот такую фигню ввели. Вот, ладно, девчонки, все, все рассказала. Подарок себе, говорю, заказала. Вот кресло приедет 30-го. Вот, так что у меня будет новое кресло. Будет новое красивое кресло. Меня вчера, конечно, предлагал кучу там. Давай такое возьмем, давай сякое. Одно уже хотел купить, там, знаете, за 17 тысяч. Вот, но этот, во-первых, дорого, во-вторых, там ручки какие-то, не знаете, они не прикреплены, как вот у этого кресла. Вот, они отдельные. И как я что-то смотрела, эти ручки, они плохо, в общем, они разбалтываются. Вот, и я, короче, нашла себе другое, уже, знаете, уже хотела заказывать то за 17 тысяч, и тут мне подкинуло, короче, этот Яндекс, как его, подкинул Яндекс рекламу этой фирмы. Вот я так опа-опа посмотрела, короче, обзор. Ну, там мало обзоров было, и я, короче, это заказала себе кресло. Ну а что, этому креслу уже 10 лет. Из него уже, блин, извините меня, какая-то фигня сыпется. Вчера, говорю, вот высыпалось. Я вчера полвечера отмывала, блин, пол. А черный какой-то, знаете, как порошок такой. А вытираешь, прям черная чернота. Я не знаю, что такое было. Вот. И вот такие дела. Такие дела. Еще и по скидке классно получилось. Я прям в восторге. Я в восторге, девочки. Я в восторге. У меня получается 8 тысяч, еще 800 рублей придет кэшбэком. Офигенно, все будет офигенно. Непременно все будет офигенно. Так, что у нас по плану? А, я хотела, кстати, сегодня сделать винегрет. Да. На винегрет вчера купила, кстати, свеклу. Вот. Вроде остальное у меня все есть. У меня только нету, знаете, моркови. А, нет, морковь есть, а это блин, как же. Капусты нет. Во. А все остальное есть. Так что, девочки, будем делать с вами сегодня винегрет. Хочу сделать винегрет. Давно не делала. Вот, очень вкусно. Плюс полезно, знаете, для организма. Свекла и прочее. Сейчас достану. Коробки. Вот вы думаете, выкинуть и выкинуть. Нет, девчонки, нужно все. Все коробочки, все кастрюлечки. Ну, как здорово, когда ты нифига не делаешь, а тебе еще всякие кэшбэки приходят, всякие проценты на остаток. Заебись. Всякие, извините, я знаю, есть такие, извините меня, блогеры, которые просто хранят деньги в Сбербанке, которые нифига им ничего не делают, дают какие-то дурацкие бонусы спасибо, которые, извините, только пошел и потерялся, подтерся. Вот. И там, извините меня, этот бонус спасибо, он сколько там, 1 к 10 или что-то такое, там вообще, короче, тьма. Вот. А мы, как говорится, люди современные, прогрессивные. Вот такие дела. Что нужно идти в ногу со временем. Вот всегда, знаете, находила вот эти вот все интересные предложения. Всегда очень любила и интересовалась всем вот этим делом. И всегда была в плюсе, девочки. Так что не благодарите, подписывайтесь на наш канал. Да. Так, надо тут разобрать. Куча-куча посуды чуть со вчера. Сейчас быстро все уберу. Так, температуры у меня нету, давления я, в принципе, не чувствую. Надеюсь, тоже его нету. И замечательно. Слушайте, почитала комментарии. Там у нас комментарии, я так поняла, вообще живут своей жизнью. Там уже друг с другом все ругаются. Просят меня там в приват. Этого удаляй, этого не удаляй. Вообще нормально так. Как-то я уже потерялась. Где там кто кого не любит, где там кто кого ненавидит. Прям вообще. Девчонки, что творится? Что творится?
прямо-таки жуть. Так, секундочку. Жуть, что творится. Сейчас надо себе завтрак приготовить какой-нибудь. Не знаю, наверное, сейчас колбаски себе порежу какую-нибудь. Сделаю яишенку. Яишенку. Ой, ну, слава богу, у меня приедет кресло. А что-то вчера, знаете, сидела, искала, короче, кресло уже. И это, чуть повернешься, скрипит собака вообще. Он мне говорит, ну что ты, блин, в конце концов, купи себе нормальное кресло и все. Ну, он, конечно, хотел какое-нибудь геймерское такое, знаете, прям вообще там, с наворотами там туда-сюда. Я говорю, блин, ага, ты теперь вообще, тебя хрен выгонишь, тогда будет. Прилипнешь с танками своими. Так, девчонки, сейчас быстро помою. Брошу вариться. Морковку, свеколку. Вот сегодня сделаю винегретик, чтобы было вкусно. Чтобы было вкусно, девочки. Еще вчера свеклу такую хорошую купили. Прям молодая, уже хорошая. Так. Молодая свекла, как никто его манила. Молодая свекла, а воды так и нету. Так, надо вот эту всю грязь убрать. Да, вот так вот возьмем, очистим. Вроде хорошая морковка, но, видите, вся грязная. Я прям не знаю, что. Вот, видите, чистота красивая. Ну, такая, кстати, свекла, она, что свекла, морковь, она дешевле намного. Девчонки, а какое у вас кресло? Напишите. Чувствую себя, как, знаете, как это, как ребенок-геймер. Ай, мне кресло новое купят. А по сути, сама себе его покупаю. Хотела что-то, знаете, вчера говорю, нет, я себе только такое же, как у меня было. А потом что-то посмотрела, думаю, блин, да ну нафиг. Да я себе получше кресло возьму. Не, ну, конечно, вот то, которое за 21 тысячу, блин, оно очень красивое. Оно прям реально дизайнерское. Ну, блин, дорого, конечно, 20 тысяч, очень дорого. Пожалела я на себя денег. Да и просто ждать его еще 3 недели тоже. Не люблю я ждать, я человек такой, знаете, быстрый. Раз, раз, тут, там, сям. Так, ну что? Давай уже очищайся, да. Грязище полно. Кашель небольшой. Свеколка. Вот смотри, какая хорошая свекла. Молодая уже. Он говорит, нафига берешь? Я говорю, надо. Надо. Так, у меня есть все, в принципе, для винегрета. Только говорю, нету капусты. Ну, в принципе, Вован не любит капусты. Сделаю без капусты. Лук у меня есть. Свекла, морковь. Надо еще эту картошку. Что у нас там еще идет? Вроде у меня все есть. Надо вам не забыть, что туда идет. А девчонки, кто там это сидят? Вы там это смотрите аккуратно. Ну, как я уже говорила, у нас комментарии уже живут своей жизнью абсолютно. Уже даже нас не касается, там уже между собой ругаются. Ну хорошо, нас не трогают, и слава богу. Так, надо еще картошку. А картошка у меня тоже такая грязная. Что, ее тоже надо мыть. Видите, какая вся землянистая. Ну, много не буду. Короче, вот так вот 3 штучки достаточно будет. Морковка. 2 морковки. 3 свеколки. Ну, свеколка у меня мелкая. Картошечка. А видите, я очищаюсь, она красивая такая. Красная, хорошая. Все, прививку, слава богу, пережили. Тяжело, конечно, но пережили. Вот. Так, комментарий пишет. Ой, ну что же вы делали? Вы же знали, что могут быть последствия. Ой, знали.
Ну, там же, понимаете, как все говорят, что все индивидуально. У кого-то проявляются, у кого-то не проявляются. Я надеялась, что нас не торкнет. У нас торкнуло. Ну, благо, что пережили. И кризис в отношениях тоже очередной. Устала я, конечно, от всех этих кризисов. Я еще думаю, устала. Да вообще. Сам себе это почему делать. Завтра, в общем, с Вованом идем на прием к врачу. Посмотрим, что там ему скажет по поводу его предстоящей операции. Вот. Не знаю, буду ли снимать, Ваман не хочет. Он говорит, не хочу. Говорит, ты хочешь про себя все рассказывай, я не хочу. Ну, не хочет, а хочет. Кажется, я не лезу в личную жизнь человека. Ну, хотя это моя жизнь. Ну, просто человек, ну, не хочет. Чтобы все про все знали. Вот так. Ну, там кое-что такое нужно сделать ему, чтобы потом было хорошо. Ну так, такие дела. Надо сейчас еще дневник будет заполнить этот дурацкий дневник. Так, ну что тут? Начать. Кстати, я не знаю, надо ли его прям действительно заполнять прям каждый раз. Но мне прям письма приходят, понимаете? Мне прям приходят письма, типа требуют, давай заполняй. Заполните дневник, заполните. Я вот не знаю, выдадут мне все вот эти вот справки или не выдадут. А вдруг, если я его не заполню, мне не выдадут? Кто знает. Так, картошка. Что у нас идет? Картошка, морковка, свекла. Что у нас еще туда идет? Лук, огурцы. Горошек я купила вчера зеленый. Ну вот, что еще? Не помню, что еще идет. Сейчас поставлю, пускай варится. Все, пускай варится. Все, у нас варится, все хорошо. Чайку хочу. Хочу чаю. Хочу чаю, аж скучаю, девочки. Хочу тортик себе достать, точно. Достану себе тортик. Давно не ела. Тортики. Так, это что у нас тут такое? Что за торт? Вот это. Надо их уже переложить в один. Ну все, там они тут лежат. Понимаю, сколько тортов этих осталось. Вон тут два куска осталось. А здесь осталось тоже два куска. Все. Главное будет потом выкидывать. Так. Вот, один я себе сейчас тортик достану. Один сюда переложу. А то они уже прям замерзли. Тортики. Все. А эту коробку можно выкинуть? Поставлю там прихожую. Баланс выкинул бы. У меня тут осталось три куска торта. Девочки, вот и все. Вот и все. Все быстро заканчивается. Так, куда-то убрать. Все, поставлю. Там было место побольше. Масло. Так, и вот профитроли себе достану. Профитролечки. Сейчас надо будет буквально на 30 секунд
чтобы оно подразморозилось. Раз. Два. И все. Ну, хватит. У меня еще он профитроли и трепетка торта осталось. О, у меня тут еще рыба есть. Девочка, у меня еще рыба есть. Оказывается. Так полезно иногда заглядывать в морозилку, а? Прям вообще. Так. На 30 секунд мои торчики. Прям буквально чуть-чуть. Чуть-чуть? Так, еще хочу сейчас сделать яичницу. Колбаску. С колбаской. С помидоркой. Ваську и память. О, точно, у меня что-то есть. Еще йогурт у меня есть. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Все будет, девочки. Все, можно доставать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Все, отлично. Все, он уже разморозился. Видите, уже. Раз. Сейчас он дойдет. Дойдет и будет вкусный. Прям чуть-чуть и все. Так. Есть вот такой сотенчик. Кстати, хочу себе сотеньки заказать. Новые. Чтобы в них жарить, парить и прочее. Так. Золотая луна. Как никто его манила. Та-та-та-та-та. Так. Так, с чего бы хвататься? За что хвататься? Не знаю я. Кусочком масла. Отколупать. Надо мне. Все. Маленький. Маленький кусочек масочка. Маленький кусочек маслечка. Это убираем. Это убираем. Хорошая такая штука. Вот раз, там сейчас порвись. Все. Хочу себе, знаете, я же сейчас это все в интернете стараюсь покупать. Во-первых, там дешевле. Это раз. Удобнее. Не будешь же там 10 магазинов объезжать. Вот. Плюс такие классные кэшбэки. Вот. По 10% и все. А в магазин придешь, там же дорого вообще все. Понимаете? Там вот такой стул я посмотрела в каком-то магазине, не помню. Он реально на 2000 был дороже. Девочки, а спрашивайте, а нафига я должна переплачивать, когда я могу заплатить, заказать через интернет? И мне еще кэшбэк придет, да? Вот так вот. Так что не благодарите. Ссылка на Тинькофф Блэк в описании под видео. Может, кому-то сделаю приятно. Так, масло. Сейчас буквально парочку яиц. И будет красота. И будет красота, вкуснота. С помидорочкой, с тортичком. Сделаю себе приятненько. Девочки, сделаю себе очень вкусненько. Как же себя не радовать-то? Себя любимую, себя красивую. Сейчас мы еще сварим, будем винегрет с вами резать, болтать. Как всегда. Ну, как всегда, вот что-то, знаете, вот режешь, что-то готовишь. На тебя лирика там находит. Лирическое такое. Лирическое отступление, скажем так. Так что я обычно очень откровенна в такие дела. О, масло уже расходится. Вот, помидорочка моя. Нужно брать поменьше сковородки, потому что в маленькие сковородочки вот такие вот меньше войдет. Соответственно, потом меньше сожрешь. Такие дела. Это мое личное наблюдение. Кто замечал? Жарися. И колбасочки туда.
Не хочу бутерброда. Я вот так вот сделаю себе сразу все с яйцом. Мелким кубиком. Раз. Раз. Три. Блин, моль, собака, а? Зараза. Летает моль. Нужно эту тварь выводить. Выводить. Одну я уже сегодня прибила. Но они же по одному-то не ходят. Вот доставала сегодня халат и прямо на халате. Прикиньте. Хорошо. Через пару дней приедет мое кресло. Давно что-то не могла определиться. Точнее, не могла решиться. Вот думаю, ой, это сойдет. Типа не развалилась подо мной, и слава богу еще. Кстати, кресло подбирала очень тщательно, щепетильно. Вот, подбирала, чтобы крестовина была металлическая. Вот, я не знаю, кстати, в одном месте пишут, что кристаллическая крестовина, в другом месте не кристаллическая. Вот хрен поймешь. Чтобы тканное было, потому что если оно не тканное, то, соответственно, эко-кожу я всякие не люблю. Потому что это фигня. Там, знаете, сейчас очень много вот этих геймерских кресел с эко-кожей. Вот такая фигня полная. Ну, все, нашлось. А почему эко-кожа фигня? Потому что к ней жопа прилипает, когда лето. Так, чаек. У меня. Что будем делать? Вот, хочу вот такой вот чай. Это мне подарили. Манговый такой чай, зеленый. Ой, я бы себе на самом деле улун бы тоже заварила. Ну, улун, потом лень. Сейчас яишенку. Ой, торт у меня что-то развалился, девочки. Графские развалины торту. Торта. Может, зря я его в микроволновку? Он прям вишня, прям целиковая вишня. Ну ничего. Итак, все. Стоял 30 секунд буквально. Так, чаю. Чаю, я скучаю. Сейчас надо главное подкрепиться. И все будет хорошо. Говорится, иммунитет-то надо поднимать. Иммунитет. Все, у меня сама себе сделала подарок. Ну нет, мужа же ждать, правильно? Вот так вот. Так что будет у меня новое хорошее кресло. Будем с вами стримить. И чтобы у нас кресло не скрипело. Мне неоднократно писали: Нина, смени себе кресло, а то у тебя оно скрипит. Каюсь, грешна была. Теперь будет все по фэншую, по красоте. Отвечаю. Отвечаю, девочки, отвечаю. Что у меня здесь варится, нет? Варится. Картошечка с морковочкой. Во. А винегрет я обожаю. Я его есть прям могу тонну там. Раз, раз. Хочешь с маслом, хочешь с майонезом. Все. Сделаем винегрет. Винегрет. У меня еще, кстати, остались эти сердечки, которые мы вчера готовили с Аланом. Ой, слушайте, такие вкусные получились вообще. Я вам говорю, давай крышку откроем, пускай выветрится, выпарится. Благо он говорит, оставь. Ну, я с ним согласна. В каких-то местах я с ним абсолютно согласна. Так. А яйца, девочки, потихонечку заканчиваются. К фавеленью, день в день, только раз в году. Мне, кстати, сегодня уже позвонили из магазина. Я заказывала-то ночью. Я же говорю, мне же по ночам-то не спится. Мне уже позвонили из магазина, говорят, все хорошо, ваш заказ оплачен. Картинка. Вот. Мы доставим его 30 числа утром. Да-да-да. Так что утром. Конечно, собрать его еще будет тоже такая проблема. Что я читала сборки этих кресел еще то. Интересное занятие. Главное с Вованом не переругаться в этот прекрасный момент. У нас же как всегда. Либо нафиг его убрать и самой собирать. Раз, личка.
два с яичком. Ну, все, я думаю, достаточно. Я думаю, двух яиц мне достаточно. Хотя, не, давайте трех. Они маленькие, они давайте самую маленькую выберу. Вот эту вот, самую маленькую. Самая маленькая. Солить еще сейчас будет. Смотрится. Наесться так наесться. А, обожрутся и помру молодой. С трех яиц-то. Я уверена, сейчас кто-то по любасу напишет, что мне этих трех яиц да на семью из четырех человек еще и останется. По любасу кто-то напишет. Всегда задавалась вопросом, почему именно из четырех. Непонятно. Так, свекла у меня уже краснеет. Чаечек у меня заваривается. Сейчас перемешаем. О, яишенка, девочки. Ями-ями. Очень вкусно. Все. Перемешала. И крышечкой. Та-дам! Все, девчонки, всех люблю, всех целую. Увидимся на мукбанке. Пошла накрывать на стол. Торт мой уже развалился. Ну, ничего, мы его так сожжем. Люблю, целую, увидимся. Если что, ссылка в описании.